Меня ждут города и страны, но боль в горле способна сорвать планы. Что может оказать ей должное сопротивление? За минуту уничтожить боль и снять воспаление. Это Тантум Верде Форте. Когда нет денег на Сережу Светлакова, а от Сигала отхватить можно нифигово. Когда тошнит от убого рифмующей тусовки, вам поможет бородатый человек-татуировка. Я дешевле, чем Нагиев, я дешевле, чем Куценко. Так зачем же вам другие? У меня лучшие расценки. Как наладить стул во время диеты? Как при запоре помочь несчастному малышу? Как на толчке не уснуть мне с газетой? И как все успеть, если я, блин, спешу? Нужен хавчик из Макдака. Он в момент прочищает сраку. Стоп! Это вообще не та реклама! Ну, я хотел совместить там креативчик. Какой в жопу креативчик? Следующий! Мне все поклонницы отдаться готовы. Уже вот здесь эти бабы лезут снова и снова. Каждый день сладко стонут ноги, раздвигая. И, конечно, потенции на всех не хватает. Принимай же Вука-Вука. Он поднимает твою штуку, чтоб любую отпердолить суку. Принимайте Вука-Вука. Когда на кухне не осталось для тебя интриги, когда попробовал ты всех зверей из красной книги, от скуки думаешь из мусорных начать хавать баков, последуй лучше примеру семейки маньяков. Говорящих помидор теплица, почувствуй себя убийцей, не сока кровь течет в их теле, они кричали, мы созрели.